Всем доброго дня. Меня зовут Константин Смирнов. Я ведущий бизнес-тренер клуба управленческих технологий «Белый орел» и эксперт по сложным переговорам. Сегодня у нас в клубе проходило занятие Олега Семеновых по привлечению клиентов и построению отдела продаж. И, честно говоря, у меня был такой великий соблазн это занятие пропустить, потому что я сам в силу своей деятельности работаю там чуть ли не каждый вечер. Но я решил его посетить, потому что тема, ну, на сегодняшний день актуальная, может быть, вдвойне в условиях кризиса. И что я хочу сказать по итогам этого семинара. Несмотря на то, что у меня 20-летний опыт руководства бизнесом, и, конечно же, тема для меня далеко не новая, я для себя обнаружил очень много интересного. И самое главное, наверное, то, что весь семинар, весь тренинг, потому что вначале это был семинар, потом в конце это была практика, мы прямо на своих ситуациях, на своих кейсах из бизнеса расписывали те методики, которые давал Олег. Я вам честно скажу, я исписал два листа с двух сторон идеями. Это был просто какой-то вечер идей, вечер новых идей для нашего бизнеса, как перестроить продукт, как перестроить, так сказать, систему продаж, как перестроить систему коммуникаций. И в этом смысле, ну, мне казалось, что все-таки это такой семинар для маркетологов, может быть, для руководителей отделов продаж. Для них, да, безусловно, тоже, но я его рекомендовал бы и руководителям, и собственникам бизнеса, потому что Олег подходит к вопросу системно и подходит очень глубоко. Дорогие друзья, благодарю вас за то, что уделили минуту своего внимания, и ждем вас всех на занятиях для успешных людей в клубе управленческих технологий «Белый орел».